Новый год – это всегда надежда на что-то хорошее, это мечты о счастье, это трепетное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше предыдущего, а все неприятности и разочарования останутся в прошлом. Именно в канун Нового года как никогда хочется верить, что все самые сокровенные желания обязательно сбудутся. Мы хотим поздравить всех жителей нашего микрорайона, города и Приднестровья с наступающим новым 2022 годом и пожелать вам прекрасного настроения, благополучия, удачи и, конечно же, здоровья. С наступающим Новым годом! Дорогие приднестровцы, в преддверии Нового года разрешите вас поздравить с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Говорят, чтобы Новый год был по-настоящему счастливым, нужно обязательно поблагодарить старый, уходящий год за все то хорошее, что случилось в нем. До Нового года осталось всего несколько дней. У каждого из нас с вами есть возможность переосмыслить старый уходящий год и вспомнить самые приятные моменты, которые произошли в нем. Как женщина-руководитель, я хочу поздравить всех женщин-руководителей с наступающим Новым годом и пожелать не бояться брать инициативу на себя, ответственность и моделировать успешное, счастливое будущее для своей команды и двигаться к нему уверенными шагами. Как женщина-мать, я хочу пожелать всем мамочкам радости материнства, любви и заботы от своих детей. И как просто женщина, я хочу пожелать всем женщинам Приднестровья любить и быть любимыми. Ведь только когда женщина любима, она может сделать весь окружающий мир по-настоящему счастливым. Пусть Новый год подарит всем только хорошие перемены, станет годом осуществления замыслов и добрых дел. Пусть он будет на редкость удачным и счастливым, запомнится новыми свершениями, исполнением задуманного и множеством ярких, позитивных моментов. Крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть в каждом доме будет много радости и в каждой семье царит согласие и благополучие. С Новым годом! Фиека Анну Каревине, Савадука Алинариен Суфлет, Савадука Китмай Мульте Посибилитец, Шисавадеруе Арипь, Карисаважуте Санфрунтац, Туате Гриутетели, Штуате Невоили, Каревля Пригатит Суарта, Инноул Ан. Сербетор Феричите. Дорогие приднестровцы, поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и чтобы эта ужасная пандемия ушла с уходящим годом. Дорогие соотечественники, разрешите вас от всего коллектива Бендерского ДДЮТ поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам счастья, удачи, любви, здоровья, терпения, улыбок. Чтобы наконец-то ушел этот коронавирус, чтобы мы победили его и все вместе дружно отмечали Новый год. С наступающим вас Новым годом! Поздравляем всех приднестровцев с наступающим Новым годом. Добра, тепла, улыбок. Как говорится, чтобы в доме, в каждом углу было счастье, любовь, удача и всего самого наилучшего. Всем крепкого здоровья, Новый год. Не знаю, всего наилучшего. Денег, счастья, здоровья. Поздравляю вас с наступающим. Желаю вам счастья, здоровья, побольше подарков и любви от близких. Ну, с Новым годом всех. Желаю много подарков детишкам всем. И счастья, любви и здоровья. Поздравляем всех приднестровцев с Новым годом, с наступающим. Желаем всем здоровья. И удачи, и чтобы все было. Главное, чтобы был мир. Самое главное, чтобы у нас был мир. Хочу поздравить всех приднестровцев с Новым годом, всех людей, всех тружеников, потому что этот год был очень значимым. Много строек было в самом государстве. Видно, как изменилась республика, особенно наш город, в виде центра преобразился. Я думаю, то начало, которое мы взяли, даст хорошие результаты.